Рада приветствовать вас на своем канале. В предыдущем видео мы с вами связали вот такой замечательный красивый пляжный топик на девочку 2 годика. В сегодняшнем видео я хочу вам показать, как связать к этому топику вот такие плавочки на завязочках. Плавочки также рассчитаны на девочку 2 годика. До 2 лет я бы даже уточнила, потому что детки разные размеры у них. Ну, то есть вы уже смотрите, ориентируетесь по, скажем так, своему ребеночку. На данный комплектик, если не считая цветочка, то уйдет у вас всего лишь один моточек хлопковой пряжи. Несмотря на то, что я здесь сделала беленькие вставочки, у меня осталось с моточка вот такой вот кусочек, как раз таки на эти 4 ряда белого цвета, который я заменила основного цвета на белый. Вот, в принципе, цветок, конечно же, тоже сюда не входит в количество пряжи. Тут вы уже смотрите, экспериментируете сами. Хотите, можете вообще цветок сюда не лепить. Можете сделать какие-то бусинки, пуговички на украшения, бабочки. Вот, на каждом из завязочек топа и плавочек я делала вот такие бусинки, которые, скажем так, во-первых, выравнивают завязочку, то есть не делают ее такой сильной спиралеобразной, то есть какая-то вот такая тяжесть, грузик, как говорится, на каждой из завязочек, и в то же время это интересно выглядит. На плавочках у меня вот таких 4 бусинки, точно так же и на топе у меня также 4 бусинки, то есть 4 завязочки, 2 верхние, 2 нижние, и здесь тоже 2 передние, 2 задние. Я сделала плавочки на завязочках, тем самым они подойдут, в принципе, скажем так, на достаточно больший размер, чем я планировала. Вот. Если вы будете делать сдельные, то здесь я как бы не очень вам, скажем так, подскажу, потому что, опять же таки, все зависит от размеров ребенка и плюс ваша пряжа. То есть, если вы хотите делать сдельные, то, пожалуй, там нужно именно с примеркой. Здесь я делала без примерки, просто вот, скажем, в развернутом виде они у меня выглядят как своего рода часы песочные. Вот, очень легко вяжутся, вот так вот. Можно на ластовицу сделать тканевую, скажем, какую-то подкладочку для того, чтобы ребеночку не натирала. Я пока ничего этого не сделала. Вот, я буду уже смотреть по ходу, скажем так, как захочется мне попозже. Вот, тут я уже буду смотреть по обстоятельствам. Итак, конечно же, кому интересно, давайте свяжем с вами вместе. В сегодняшнем видео мы с вами свяжем плавочки. Для тех, кто хочет связать еще топик, смотрите ссылочку в описании под этим видео ниже. Обязательно свяжите вот такой красивый наборчик своей девочки. И приступаем к вязанию. Для вязания я буду использовать, как и прежде, на топ фирму Yarn Art серия Бегония абрикосового цвета, мерсеризированный хлопок. Более подробно об этой пряже вы сможете посмотреть отдельное видео. Ссылочку смотрите ниже в описании под этим видео. Крючок также номер 3. Возможно, вам понадобится крючок меньшего размера для того, чтобы продеть бусинку в наши завязочки. Также нам понадобятся ножнички и сантиметр либо линеечка. Как и при вязании завязочек для топа, я буду использовать бусины также в завязочках для плавочек. Поэтому нам понадобится 4 бусины, такие же точно, как вы использовали при вязании топика. Я использовала это обычные жемчужные бусины диаметром в 10 мм. Вот так и буду использовать и на плавочках. Перед началом работы нам нужно сделать небольшие замеры и расчеты для того, чтобы связать правильный размер плавочек. Для начала вы определитесь, на какой размер вяжете вы. Далее измеряем самую широкую часть заднюю, где выше нашей попочки. У меня это 18 сантиметров получилось. И самую широкую часть спереда у меня получилось на 2 сантиметра меньше, то есть 16 сантиметров. Обратите внимание, что передняя часть от задней части, самая широкая, где-то должна расходиться в 1,5-2 сантиметра, не менее. Вот, теперь, что касаемо, скажем так, вывязывания, мы начнем со спинки, то есть с задней части. Плавно будем уменьшать до размера ластовицы, то есть она у меня будет по ширине и по высоте 3,5 сантиметра, но это все соотносительно. Как вы видите, я взяла не целые, скажем так, числа, а половинки. Вот эта половинка у меня будет либо в одну сторону колебаться, либо во вторую, я буду смотреть по ходу вязания.
Итак, уменьшаем трапецию нашу до ластовицы. Соответственно, высота уменьшения у меня будет 15,5 см на задней стороне. Далее, вывязав ластовицу, мы переходим на вывязывание передней части. Передняя часть у нас уже и короче. Соответственно, будет высота увеличения вот до линии, скажем так, самой широкой переда 14,5 сантиметров, то есть где-то на сантиметр точно она будет короче и меньше, чем для задней части. То есть, соответственно, она будет как бы не довязана по высоте и по ширине, то есть она будет меньше. Вот, пока не наберется 16 сантиметров, то есть самая широкая сторона. По ходу обвязывания наших плавочек я буду вывязывать небольшие такие вот завязочки. Вот с бусинками на краях. Затем мы еще сделаем небольшие обвязывания, как и на топе. То есть, так как это у меня, скажем так, комплектик. Вот, вы уже, исходя из размеров, которые нужно вам, ориентируйтесь, что мы будем делать. И уже как бы подстраиваетесь под, скажем, по ходу вязания, под наше расширение, уменьшение, увеличение. Я вам расскажу все и буду показывать максимально, скажем так, точно. Для начала нам нужно набрать цепочку из воздушных петель длиной в нашу самую широкую часть заднюю. То есть у меня это 18 сантиметров, и я наберу где-то плюс 5 воздушных петель к этим 18 сантиметрам. То есть вы набираете нужное количество петель вам, вашим сантиметрам равное, и плюс где-то 5-6 петелек для того, чтобы у нас при вязании первого ряда не уменьшилась цепочка воздушных петель и не стала короче, чем нам нужны сантиметры изначальные. Итак, берем нашу ниточку, крючок, делаем начальную закрепительную петельку и далее набираем цепочку из воздушных петелек, равную длиной наши 18 сантиметров. Смотрите, если у вас слишком, скажем так, слабая вот косичка из воздушных петелек, вот прям такая рыхлая, то набираете плюс 5-6 петелек дополнительно для того, чтобы потом начать вывязывать первый ряд. Если же вы набираете в меру, то есть плотненько, вот как у меня, то я буду набирать где-то плюс 3-4 петли, мне этого будет достаточно. Почему набираются вот эти излишние петельки? Для того, чтобы при провязывании первого ряда наше количество петель, вот длина, скажем так, не уменьшилась и не получилось слишком узенькое. Но что хочу сказать, при вывязывании первого ряда, скажем так, у меня, честно говоря, ну буквально всегда не хватает, ну от счастья где-то порядка 3-4 петелек. То есть я вяжу достаточно, скажем так, ну плотненько. Вот. Итак, набрали мы, прикладываем к нулю. И дальше вот я уже смотрю, что я с вами заговорилась и набралась, скажем так, лишних петелек. Вот сейчас я вам покажу, как я измеряю. От 0 до 18 у меня уже плюс где-то 2 лишние петельки. Соответственно, я набираю еще одну лишнюю петлю. То есть у меня всего после 18 сантиметров дополнительно 3 петли. Вот. И теперь делаем одну воздушную петлю подъема. Отсчитываем вторую петельку от крючка. Третью вот. И сейчас в третью петлю я делаю столбик без накида. И в каждую последующую петельку подряд, не пропуская петелек, я делаю по одному столбику без накида. Наш первый ряд должен быть, скажем, такой не сильно растягивающийся, поэтому мы начнем именно со столбиков без накида, как и при вязании топа. Итак, делаем в каждую петельку по одному столбику без накида. Не довязывая буквально 2-3 петельки, посмотрите, может вам будет достаточно, поэтому может не стоит будет те 2-3 петельки довязывать, которые вы изначально набрали. Самое главное, чтобы мы, скажем так, попали в то количество сантиметров, которое нам нужно изначально. Возможно, у вас это не 18 сантиметров, если размер побольше, то, соответственно, это может быть 19, 20 и так далее. Довязали до конца столбики без накида. Возможно, у вас здесь остался некий хвостик. Мы берем наш сантиметр от нуля. Вот так вот ложим крючок и слегка принатянув, у нас должно получиться 18 сантиметров. Слегка обращаю внимание на ваше, скажем так, именно слегка, потому что
ваше внимание именно на этом я заостряю, потому что плавочки должны сидеть не, скажем так, вот прям вот так приклали и все отлично, а так как у нас будут по краям завязочки, они слегка еще нам прирастянут буквально где-то на сантиметр наше, скажем, вязание. Вот, поэтому слегка прирастянув, у нас вот получается 18 сантиметров. Мне моих трех дополнительных петелек хватило. Если же у вас здесь остались еще петельки свободные, то их с другой стороны, вот с этой, можно просто приподдеть иголочкой, и они просто распускаются очень быстро и легко. Вот. Итак, первый ряд у нас провязан, мы измерили, что у нас слегка при растянутом состоянии нужное количество сантиметров. Далее делаем в конце ряда 2 воздушные петли подъема и поворачиваем наше вязание. Делаем накид, петлю основания 2 воздушных петель подъема делаем столбик с одним накидом. И мы переходим на вязание столбиками с накидом. И в каждую последующую петельку продолжаем делать по одному столбику с накидом до самого конца вязания второго ряда. То есть захватываем за обе стеночки нашей косички и дальше вяжем просто по столбику с накидом. Последний столбик с накидом мы делаем вот в эту петлю подъема, то есть самый первый столбик первого ряда. Вот так довязали до конца ряда столбики с накидом. И у нас получилось вот такое вязание. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема, поворачиваем вязание. И в третьем ряду мы начинаем делать уменьшение нашей трапеции, то есть вот этой широкой части, идти к ластовице. Как мы это делаем? Смотрите, сделав 2 воздушные петли подъема, далее ныряем в ту же петельку основания вот этих 2 петель подъема. И вяжем неполный столбик с накидом. То есть вот так вот провязываем рабочую ниточку сквозь 2 петельки на крючке. На крючке осталось сейчас 2 петли. Далее делаем накид и в следующую петельку также вяжем недовязанный столбик с накидом. Продеваем сквозь 2 первые петли на крючке и делаем общую вершину сквозь 3 оставшиеся петли. То есть делаем как бы убавление в начале ряда. Далее в каждую последующую петельку снова делаем по столбику с одним накидом. И так мы вяжем по столбику до 2 последних петель этого ряда. С другой стороны мы также сделаем убавление. Провяжем 2 столбика неполных с накидом, соединив общей вершинкой. Вот остается 2 петельки или 2 столбика предыдущего ряда. Мы делаем накид и вяжем недовязанный столбик с накидом 1. И в следующую петельку недовязанный столбик с одним накидом 2. И соединяем все 3 петельки на крючке общей вершинкой. Сделали убавление в конце ряда, теперь делаем 2 воздушные петли подъема. И в каждом последующем ряду мы будем делать по 2 воздушные петли подъема. И поворачиваем вязание. Вяжем в начале ряда сразу же, как и в предыдущем ряду, в петлю вот это основание 2 воздушных петель подъема неполный столбик с накидом. Раз. В следующую петельку делаем накид и вяжем второй неполный столбик с накидом 2 и соединяем все 3 петельки на крючке общей вершинкой. Далее в каждую последующую петельку вяжем просто по столбику с накидом до 2 последних петель ряда. Там мы точно так же продолжим делать убавление. И так в последующих рядах в начале и в конце каждого ряда мы будем делать по одному убавлению, тем самым уменьшать количество столбиков в ряду. Если вы заметите, уже при вязании второго ряда пошло у нас на сужение с одной стороны количество петелек. И вот сейчас при провязывании этого ряда до конца вы увидите, и с другой стороны уже идет линия уменьшения. Итак, продолжаем вязать столбиками с накидом в каждую петельку. Не пропускаем ни одного столбика, чтобы не было никаких дырочек. И дальше в конце ряда сделаем также убавление. Дойдя до 2 последних петель ряда, делаем неполный столбик с накидом в предыдущую петлю и неполный столбик с накидом в последнюю петельку. Далее соединяем все 3 петли общей вершинкой. Теперь делаем 2 воздушные петли подъема и поворачиваем на следующий ряд. Снова в петлю основания 2 воздушных петель делаем неполный столбик с накидом и в следующую петельку неполный столбик с накидом. Далее соединяем все 3 петельки общей вершинкой.
То есть делаем снова тоже убавление. И далее в каждую последующую петельку вяжем по столбику с накидом, пока у нас в конце ряда не останется всего 2 петельки двух предыдущих столбиков с накидом предыдущего ряда. Дошли до двух последних петель пятого ряда и снова вяжем недовязанный столбик с накидом в предыдущую петлю и столбик с накидом неполный в последнюю петельку. Соединяем все 3 петли общей вершинкой. И вот уже идет из другой стороны у нас уменьшение стороны второй трапеции. То есть вот так. Продолжаем дальше вязать, точно так же делая убавление с каждой из сторон. При этом 2 петли подъема в начале каждого ряда поворот. В петлю основания делаем неполный столбик с накидом раз. В следующую петельку делаем неполный столбик с накидом второй раз. Соединяем общей вершиной. Так мы делаем в начале ряда. И в конце ряда точно так же неполный столбик раз и неполный столбик 2 в 2 последние петельки. А дальше, смотрите, точно так же продолжаем делать по столбику с накидом в каждую петельку, не довязывая 2 последние петли в конце каждого ряда. И начало ряда точно так же начинаем с убавления. Вот так мы будем плавно делать убавление и доходить по, скажем так, сужению до места ластовицы нашей. Итак, вот я связала 19 рядочков и уменьшила нашу трапецию. Но сейчас я еще не довязала немножечко, буквально 2 ряда у меня не хватает высоты. Соответственно, по ширине у меня здесь, посмотрите, 7 сантиметров практически, то есть вот 6,5. По высоте наклона я сделала убавление до 14 почти с половиной сантиметров. То есть здесь у меня должно быть 15,5, не хватает где-то сантиметра, чуть-чуть больше. Соответственно, я делаю вывод, что это 2 ряда по моей плотности вязания. И по ширине у меня здесь 6,5 вместо 3,5, максимум 4 у меня здесь должно быть по ширине ластовицы моей. Поэтому в двух последних рядах, чтобы сейчас мне сделать, скажем так, уменьшение до нужных мне размеров, мне придется сделать большее количество убавлений, чем я делаю обычно по наклону, скажем так, один в начале ряда наклон, второй в конце, то есть убавление. Я сделаю еще 3 лишних убавления для того, чтобы сократить 3 петельки, 3 столбика и вписаться в эту нужную, скажем так, ширину. Что я делаю? Смотрите, провязав 19 рядочков, в 20 и 21 ряду я убавлю 3 петельки. Для начала делаем 2 воздушные петли подъема, как это делаем в начале каждого ряда. Делаем убавление, то есть неполный столбик в петлю основания и неполный столбик в следующую петельку. Соединяем общей вершиной, то есть как мы это делали всегда на протяжении вязания всего наклона. Сделали убавление. Далее я буду делать убавление, как всегда, в конце. И сделаю в этом ряду 2 убавления еще по центру. Я не рассчитываю, сколько здесь петелек. Хотите, можете посчитать и разделить на одинаковое количество, то есть чтобы сделать 4 убавления в ряду. Либо я сделаю это на глаз. Сейчас как получится, вы сами это увидите. Итак, сделав первое убавление, я немножечко сейчас провяжу просто столбиками и вот окажусь где-то в этой точке. То есть это порядка 3 столбиков с накидом. Первый столбик, следующую петлю, второй столбик с накидом и следующую петлю, третий столбик. Я провязала и оказалась вот в этой второй, скажем так, точке. Вот первая, вторая, третья и в конце четвертое убавление точка. Поэтому провязав 3 столбика, я делаю убавление. Неполный столбик раз и неполный столбик следующую петлю второй раз. Соединяю общей вершинкой. То есть убавление, 3 столбика, второе убавление. Снова я сделаю порядка 3 столбиков. Первый столбик, второй столбик и третий столбик. Далее делаю убавление. Неполный столбик раз, следующую петельку, неполный столбик с накидом второй раз и соединяю общей вершинкой. То есть я сделала первое убавление, далее провязала 3 столбика второе убавление, 3 столбика третье убавление. И сейчас посмотрю, сколько мне нужно будет довязать столбиков. Откидываю 2 последние петельки, это четвертое последнее убавление. И у меня остается 1, 2, 3 и 4. Значит, мне нужно провязать 4 петельки по столбику с накидом. 1, 2, 3,
4. И в конце делаем убавление. Неполный столбик раз, и последнюю петельку неполный столбик второй раз. Соединяем общей вершинкой. По идее, для идеала можно бы сделать, было бы здесь по центру вместо 3 столбиков 4 столбика. Тогда здесь было бы 3 и 3. Это можете сделать по желанию. В принципе, это низ, скажем так. Поэтому абсолютно ничего страшного, если у вас здесь получилось точно так же, как и у меня. Нигде здесь наклона больше нет. Ну, в принципе, хотите, можем и переделать. То есть здесь довязать, вот я прираспускаю до третьего убавления, довязываю один столбик. Вот, коль уже, скажем так, все идеально можно сделать. Затем делаю убавление, соединяю общей вершиной. Далее вяжу 3 столбика. 1, 2 столбик. И сейчас 3 столбик. И далее в конце убавление. Вот. Ну, это для тех, кто любит, скажем так, прям в точности до, скажем так, мелочей. Вот, но в чем, скажем так, плюс того, что у нас по центру 4 столбика? В следующем ряду при вязании нам понадобятся вот эти центральные 2 столбика. В 21 ряду я сделаю 3 убавления. В начале ряда, как всегда, в конце ряда и по центру над 2 столбиками из 4. Вы уже смотрите по своим, скажем так, размерам. Теперь, что касаемо для тех, кто хочет размер плавочек связать побольше. Здесь у вас ластовица не должна быть 3,5 см, а, к примеру, если 2-3 года, то она должна быть 4. Даже, пожалуй, до 5 лет 4 см ширину. Свыше 5 лет вы уже смотрите и ориентируетесь по своим сантиметрам. Там у вас, возможно, 5 будет, 6 сантиметров и так далее. То есть на это тоже следует учесть внимание. И что касаемо вот этих наклонных сторон, то тоже там у вас 15,5 будет мало. Наверное, будет около 16,5 сантиметров для тех, кто будет вязать размер, скажем так, годика на 3. То есть вы уже смотрите, прибавляете сантиметры, желательно ориентируйтесь именно на трусики ребенка, но учтите, что здесь еще будут завязочки, то есть у вас слегка при растянутом виде должен вот этот быть первый ряд по сантиметрам желаемой ширины. Теперь сделали мы 20 ряд, сделали, получается, 4 убавления. И сейчас мы сделаем в следующем ряду 3 убавления. Делаем 2 воздушные петли подъема, как всегда, убавление в петлю основания, неполный столбик, и в следующую петельку неполный столбик. Соединяем общей вершинкой. Дальше вяжем вот эти все столбики до центральных 2 вот этих петелек между убавлениями. То есть это у меня первый столбик с накидом, второй столбик с накидом, третий столбик, четвертый. И сейчас вам скажу, четвертый. Вот, пожалуй, я как раз-таки нахожусь через 4 столбика, уже делаю убавление, я нахожусь в центре. Вот 2 недовязанные 2 столбика в 2 петельки и соединяю общей вершинкой. Соответственно, у меня получается еще здесь 4 столбика с другой стороны. Первый столбик, второй столбик, третий столбик и четвертый. И в конце ряда, в последние 2 петельки, я делаю последнее убавление. Оно у меня в этом ряду третье. И, как всегда, в конце вот ряда мы делаем очередное убавление. Сейчас я вам скажу по ширине, что у меня получилось. У меня получилось вот 4, даже с половинкой сантиметра. Абсолютно ничего страшного, мне это подходит. Вот здесь у меня 4,5 вместо 3,5, как я хотела. Это абсолютно ничего страшного. По высоте у меня должно быть 15,5 сантиметров. Вот как раз таки они у меня 15,5 и есть. Можно довязать в идеале еще один ряд и уменьшить до 3,5, но я так подумала, что 3,5, пожалуй, это слишком. Вот посмотрите, 3,5 это, наверное, слишком тонкая ластовица. Мне этого, наверное, скажем, ну, она слишком узенькая. Мне кажется, что вот это 4 самое, скажем так, оно. Вот. Итак, уменьшили мы до нужного размера. Вы смотрите по своему размеру. Уменьшили мы ширину, сделали высоту. Здесь все у нас соответствие идет с нашими расчетами. Вот они, мы эту часть связали. Теперь нам нужно вывязать ластовицу. Соответственно, если здесь я добавила сантиметр по ширине, то по длине я, наверное, тоже добавлю сантиметр. Как мы сделаем? Смотрите, мы с
Сейчас делаем вместо двух воздушных петель подъема в конце ряда одну воздушную петлю, поворачиваем. И в петлю основания, начиная с первой петельки, делаем по столбику без накида. То есть вместо ластовицы мы будем вязать столбиками без накида. Соответственно, она будет у нас плотнее, менее такое просвечивающее. И, ну, я считаю, что более будет покомфортнее. Вот. Провязываем в каждую петельку по столбику без накида. Не забываем в последнюю вот эту петельку нашу. Не теряем ее. И провязали столбики без накида. Соответственно, столбики без накида, в отличие от столбиков с накидами, еще сузили нам вот эту часть. Поэтому, почему я не оставила, скажем так, еще больше убавления не стала делать? Потому что здесь совсем узенько будет. Вот, итак, сузили мы нашу часть еще более столбиками без накида. Далее делаем одну воздушную петлю подъема, поворачиваем на следующий ряд. И с петли основания, начиная с каждой петельки, вот первой, мы вяжем снова столбики без накида. Просто поворотными рядами вяжем ряды без убавления, каких-либо изменениях. Мы ничего не прибавляем, не убавляем, вяжем просто столбиками без накида. А высоту провязанных рядочков столбиков без накида мы должны связать как бы такой мнимый квадрат. То есть мы здесь оставили ширину, вот она у меня 4 сантиметра. Соответственно, и высоту я также буду вязать 4 сантиметра. Начиная вот с первого ряда, я прикладываю и смотрю, чтобы у меня была высота также 4 сантиметра. Продолжаем дальше вязать столбиками без накида. В каждом конце ряда делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем на следующий ряд и, начиная с первой петельки, вяжем по столбику без накида. Хотите, можете посчитать количество столбиков без накида изначальное и в каждом ряду просто просчитывать, чтобы не потерять какие-то петельки, просчитывать это количество провязанных столбиков без накида, для того чтобы не получились опять же такие дырочки, какие-то недовязанные столбики по краям. Вот она, наша последняя петля, мы в нее также вяжем столбик без накида. Снова воздушная петля подъема, поворачиваем на следующий ряд и вяжем дальше. Довязав высоту ластовицы, теперь мы будем делать увеличение. То есть, в отличие от задней стороны, переднюю сторону мы продолжаем делать с увеличением. 2 воздушные петли подъема, поворачиваем наше вязание и будем продолжать вязать столбиками с накидом, при этом делать увеличение. Смотрите, в петлю основания делаем столбик с накидом, накид, и сюда же в петлю основания делаем второй столбик с накидом. То есть получается, мы сделали 2 воздушные петли подъема и в эту же петельку сделали 2 столбика с накидом. Далее в каждую последующую петельку делаем по столбику с накидом, абсолютно в каждую петлю по одному столбику. Вот, доходим до нашей последней петельки, а это у нас последняя петелька, петля подъема, и в нее вяжем 2 столбика с накидом, первый столбик, и в последнюю петельку сюда же второй столбик. То есть в первую петлю мы сделали 2 столбика и в последнюю петлю также сделали 2 столбика. В конце ряда делаем 2 воздушные петли подъема, накид, и в петлю основания вот этих 2 петель подъема делаем 2 столбика с одним накидом. Первый столбик и сюда же второй столбик. При вязании второго ряда я предлагаю вам в центре где-то сделать еще одну дополнительную прибавочку. Потому что здесь мы с вами делали такие вот резкие убавления на стороне задней части. Поэтому на стороне передней части я предлагаю вам сделать одну прибавочку. То есть сейчас я в центральную петельку, то есть я так приблизительно поделила, сделаю 2 столбика. До этого момента я вяжу по столбику с накидом каждую петельку. Вот так вот. Сделали прибавление в начале ряда, затем в каждую петельку по столбику. И приблизительно так условно, вот она, наша центральная петля. В принципе, можем и в эту сделать, можем посчитать. Вот она, наша последняя. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Точно так же и здесь.
5. Ну вот, пожалуй, вот это и есть центральная. В нее вяжем 2 столбика с накидом, то есть делаем прибавление второе в этом ряду. Далее до конца ряда делаем по столбику с накидом, продолжаем в каждую петельку без каких-либо изменений. И в последнюю петлю мы также сделаем 2 столбика с накидом в одну петельку. Вот она, наша последняя петля. Под нее мы делаем первый столбик с накидом и сюда же второй столбик с накидом. Больше прибавлений по центру я делать не буду, чтобы сильно не расширить нашу переднюю сторону. Но дальше будем продолжать делать по 2 столбика с накидом первую и последнюю петельку ряда. Делаем в конце ряда 2 воздушные петли подъема, накид. И в петлю основания вяжем 2 столбика с накидом. Далее до конца ряда вяжем по одному столбику с накидом в каждую петельку. И в последнюю петлю также сделаем прибавление 2 столбика с накидом в одну петельку. Снова делаем 2 воздушные петли подъема, прибавление и до конца ряда вяжем столбики с накидом. В конце ряда также делаем прибавление. Я думаю, что здесь вам будет уже достаточно просто, потому что мы вязали уже столбиками с накидом. Но вместо убавлений мы будем делать прибавление, как бы идти на расширение передней нашей стороны. Делать расширение мы будем немножечко по размерам меньше, чем делали на заднюю сторону, скажем, высоту до ластовицы. Вот, в последнюю петельку связали первый столбик и сюда же второй столбик. И далее, если вы вот так вот повернете ваши трусишки, хотите, можете на эту сторону, неважно пока это совсем, но вот так вот свернете и посмотрите. Нам нужно вязать расширение вот так вот именно по виду до тех пор, как я вам уже говорила, пока не останется сантиметр до нашей верхней стороны. То есть, если вы вот так вот сложите ваши трусишки, немножко ластовица пошла сюда в переднюю сторону, поэтому мы вяжем расширение рядочки, но вот где-то по вот эту линию, то есть не довязывая ряд столбиков с накидом и ряд столбиков без накида. То есть где-то по вот эту сторону я буду делать расширение. Но опять же таки я ориентируюсь по ходу вязания, потому что все так досконально рассчитать, в принципе, при вязании детских трусишек, ну, скажем так, не то чтобы невозможно, но даже скажу, это не нужно. Не нужно этого. Вот, поэтому пока продолжаем делать расширение точно так же в каждом ряду в начале и в конце ряда. 2 воздушные петли подъема. Сразу же делаем в эту же петельку 2 столбика. И до конца ряда вяжем по столбику. В последнюю петельку также делаем прибавление. Вот я связала свою высоту и дошла до ширины передней стороны 16 сантиметров, как и хотелось изначально. То есть задняя сторона у нас 18, передняя у нас 16. И теперь я перестаю прибавлять и, скажем так, наши столбики и перехожу на вязание, как и изначально было у меня провязано, ряд вот столбиков без накида в самом начальном ряду. Точно так же я сейчас делаю одну воздушную петлю подъема, поворачиваю наше вязание и вяжу один ряд просто столбиками без накида. В каждую петельку вот так вот вяжу по столбику без накида, полностью до конца ряда, не делая никаких прибавлений, убавлений, изменений. Просто вот так вот в каждую петельку по одному столбику без накида. Вот я довязала ряд столбиков без накида до конца. И теперь смотрим, складываем пополам. Вот немножечко больше ластовицу наверх, скажем, затягиваем. И у нас получается как раз-таки где-то около сантиметра не хватает до задней стороны вот переда. То есть перед меньше, чем задняя часть. И теперь для тех, кому хочется еще более выше сделать переднюю часть, можете довязать еще ряд столбиками без накида. При этом у вас будет немножечко туже край. Я этого делать не буду, я как раз оказалась четко в левом верхнем углу. Отсюда я и начну обвязывать, скажем, наши боковые стороны. Вот, мне этого более чем достаточно. Я специально сделала 2 вот такие беленькие полосочки, скажем так, в комплекте к своему белому цветку на топе. Вот, можете этого не делать, можете вязать однотонные.
И теперь мы как раз-таки разворачиваем к себе удобной стороной. И вот он у нас последний столбик без накида связан под воздушную петельку крайнюю. Я еще один столбик без накида сюда же делаю. И это как бы своего рода такой вот уголок-разворотик для того, чтобы начинать вязать завязочку. Я не люблю завязочки очень длинные, поэтому я буду делать, скажем так, небольших размеров. Причем на переднюю сторону я буду завязочки делать на 5 воздушных петелек больше, чем на заднюю сторону. То есть, так как у нас передняя сторона, посмотрите, немножечко уже, то, соответственно, благодаря этому у нас будут завязочки немножечко длиннее. Итак, я буду делать 65 воздушных петель в длину завязочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Набираем 65 воздушных петелек. Для тех, кто хочет длиннее, можете набрать 75 и выше, то есть в зависимости от желаемой длины. Длина цепочки готова, это и есть наша длина завязочки. Если хотите подлиннее, соответственно, добавляйте количество петелек, нужное вам. Теперь откладываем в сторону нашу крайнюю петельку, берем крючочек поменьше, вдеваем вот так вот бусинку и вытаскиваем рабочую крайнюю петельку сквозь бусинку. Вот так захватили и вытянули. Теперь нам нужно вернуть наш крючок рабочий. Привытягиваем рабочую петельку и находим самую первую петлю, которая у нас есть от крючка. Вот она у нас. В нее мы делаем соединительный столбик, то есть как бы закрепляемся. Сейчас это немножечко неудобно, так как бусинка скользит. Вот. Но мы делаем вот такой вот соединительный столбик. И теперь в каждую последующую петельку воздушную мы делаем по столбику без накида. Подтягиваем первый столбик, хорошо, чтобы он не был растянутый. И в каждый последующий вот здесь вот столбик делаем под каждую воздушную петлю. Не пропускаем также здесь петельки, чтобы были красивые, аккуратные завязочки. Вот так столбиками без накида после обвязанной нашей бусинки я буду идти, пока не дойду столбиками без накида до вот этого нашего начала петли основания. И вот у нас готовая завязочка. Сделали в петлю основания воздушной цепочки последний столбик. И теперь делаем еще один столбик без накида. Хотите, можете третий столбик сюда же сделать, в эту же петельку. Хотите, можете на следующий ряд, вот так вот, на петлю ниже. То есть здесь уже смотрите, делаем столбик без накида. В принципе, получилось достаточно хорошо и третьим столбиком. Вот, сделали столбик без накида и теперь начинаем обвязывать веерочками. Веерочками я буду обвязывать через два ряда, делать присоединение, чередуя с веерочком. Вот, в принципе, нужно делать достаточно, чтобы было туго, чтобы веерочки были, скажем так, потом прилегающие, а не такие вот топорщистые при одевании на тельце. Итак, сделав столбик без накида в ту же петельку третью, вот здесь вот третий столбик без накида, пропускаем 2 ряда вниз и делаем вот сюда между рядами первый столбик с одним накидом. Затем сюда же второй столбик, третий столбик, четвертый и пятый. Я точно так же, как и на топе, буду обвязывать по 5 столбиков с одним накидом, вот такие делать веерочки. Далее присоединяемся снова, пропускаем 2 ряда вот сюда и делаем столбик без накида. Это получается, как на мой взгляд, достаточно туго, но при этом оно не будет топорщиться и хорошо будет выглядеть. Теперь снова делаем накид, пропускаем 2 ряда и между рядочками делаем снова 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик, сюда же второй столбик, третий, четвертый и пятый. Снова пропускаем вниз 2 ряда и между вторым и третьим рядом вниз присоединяемся, делаем столбик без накида. Вот у нас уже получилось 2 веерочка. Снова делаем накид и спускаемся на 2 ряда вниз. И между вторым и третьим рядом делаем первый столбик с накидом. Затем сюда же второй столбик с накидом, сюда же третий, сюда же четвертый и сюда же пятый. Спустившись еще на 2 ряда вниз, мы делаем столбик без накида. Вот так. И в итоге у нас получается, вот здесь вот пропустив 2 ряда, еще одна петелька, в которую мы делаем 5
столбиков с накидом. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Далее делаем присоединение, спустившись еще на два ряда. Это как раз таки у меня получился по счету ряд между последним рядом столбиков с накидом и первым рядом столбиков без накида. Возможно, у вас как-то получится немножечко по-другому. Вы посмотрите на свой размерчик. И вот посмотрите, у меня слегка пристянутый край. Вот так где-то и должен выглядеть приблизительно ваш краешек. При этом, что мы делаем по 5 столбиков, у нас получаются вот такие дырочки, но в принципе их не видно. То есть обратите внимание, что все достаточно аккуратно и красиво. У меня поместилось 4 веерочка. Возможно, у вас поместится 5 веерочков, 6, в зависимости от размера. Самое главное, нам дойти вот такими веерочками, присоединявшись столбиками без накида. Вот здесь я параллельно уже немножечко завязала свои, скажем так, присоединения. Мне осталось лишь только вот здесь спрятать вот эти краешки ниточек. И все. И теперь мы дошли до столбиков без накида для нашей ластовицы. Там, где у нас столбики без накида, мы так и будем обвязывать столбиками без накида. При этом точно так же я буду обвязывать, чтобы было достаточно плотно. Вот, то есть я буду, наверное, обвязывать через ряд. То есть вот она петелька следующего ряда, я ее пропускаю и через ряд делаю столбик без накида. Снова петелька, я через ряд делаю столбик без накида. Петельку пропускаю, через ряд столбик без накида. Петельку пропускаю, через ряд столбик без накида. Петельку пропускаю, через ряд столбик без накида. Петельку пропускаю, снова через ряд делаю столбик без накида. Вот таким вот образом я обвязала свою ластовицу. Можно делать, допустим, чередуя столбик, петельку в следующую, делать второй столбик, затем петельку одну пропустить. Можно и так. Вот сейчас мы с вами это попробуем. То есть, сделав присоединение столбика без накида в последнего веерочка, мы в следующую петельку также делаем столбик без накида, а следующую уже пропускаем. Снова столбик, столбик, следующую пропускаем. Опять столбик, следующую петлю, столбик, следующую третью пропускаем. Снова столбик, столбик, третью пропускаем. И вот сейчас нам нужно сделать, пожалуй, здесь еще один столбик. Как бы присоединиться в последний ряд между столбиков без накида ряд и вот столбики с накидом у нас уже начались. Да, пожалуй, я, наверное, вот так и сделаю. У меня получилось присоединение столбик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Девятый столбик это уже столбик идет присоединение следующего веерочка. То есть пропускаем уже снова 2 ряда столбиков с накидом и в третью вот здесь вот между вторым и третьим рядом делаем первый столбик с накидом, раз, сюда же второй столбик с накидом, два, сюда же третий столбик с накидом, четвертый и пятый. Теперь отступаем 2 ряда и в третий делаем присоединение столбик без накида, снова 2 ряда пропускаем, в третий делаем присоединение и вяжем 5 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4 и сюда же пятый столбик. Снова столбик без накида, это присоединение через 2 ряда вверх. Вот таким вот образом я сделала уже 2 веерочка. Вот, и проходим дальше. Снова 2 ряда пропускаем, в третий делаем веерочек. 5 столбиков с накидом. В одну петельку между рядами. 3, 4, 5. Снова 2 ряда вверх пропускаем. И делаем присоединение столбиком без накида. Снова 2 ряда вверх. Делаем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5 столбик. 2 ряда вверх пропускаем. И делаем присоединение столбиком без накида. Посмотрите, снова идет у меня натянутый край, точно так же, как и с этой стороны. Но уже 4 веерочка у нас вместилось. Значит, здесь вместится, наверное, 5 веерочков. Снова пропускаем вверх 2 ряда и делаем 5 веерочек. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 ряда вверх как раз у меня остается, делаем присоединение. Но я делаю между
предпоследним рядом столбиков с накидом и последним рядом. То есть вот здесь присоединение делаю не в уголок, а чуть-чуть ниже, буквально вот на одну петельку, не до, скажем так, не довязывая. То есть делаю столбик без накида, и у меня вот вместилось 5 веерочков. Теперь, почему я не сделала в уголочек? Потому что здесь у нас как раз-таки начинается вторая завязочка. Я сейчас начну делать вот такую же завязочку, которая у меня будет на 5 буквально петелек короче. Можно сделать абсолютно такую же, ничего страшного. То есть я буду делать, у меня было 65, соответственно, я сейчас буду делать 60 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Вот я сделала 60 воздушных петелек. Снова беру крючок потоньше, продеваю сквозь бусинку последнюю петельку набранную. Вот она у нас. Вот так вот. Подтягиваю рабочую ниточку и возвращаю эту крайнюю петельку снова на рабочий крючок. Вот так. И теперь нахожу первую петельку, которая у нас от бусинки, и делаю в нее соединительный столбик. И в каждую последующую воздушную петельку я делаю по столбику без накида до самой последней петли, начальной петли основания воздушной цепочки. То есть все точно так же, как мы делали с вами на топике, как мы с вами сделали первую завязочку на плавочках вот с передней стороны. Точно так же делаем и здесь. Довязывав завязочку, присоединяемся столбиком без накида в самый уголочек. И снова, опять же таки, по верхней стороне плавочек будем делать веерочки. При этом, смотрите, я делаю в каждый четвертый столбик или каждую четвертую петельку по счету ряда делаю то веерочек, каждую четвертую столбик без накида, веерочек в четвертую от нее столбик без накида, веерочек в четвертую столбик без накида. В общем, пропускаем 3 петельки, в четвертую делаем то веерочек, то столбик без накида. И у меня вместилось таким образом 7 веерочков. Последний веерочек я закрепляю столбиком без накида вот сюда в уголок. И снова таки с другой стороны я делаю точно такую же завязочку и 60 воздушных петелек. Затем присоединяю бусинку и обвязываю столбиками без накида. Я думаю, что здесь уже должно быть ничего сложного. Все понятно. Точно так же продеваем сквозь бусинку на последнюю петельку и обвязываем столбиками без накида. Сделав последний столбик петлю основания, мы делаем столбик без накида, присоединяемся в тот же самый уголочек, то есть в ту же петельку. Теперь мы продолжаем обвязывать точно так же, аналогично вот этой стороне, веерочками. При этом я точно так же пропускаю 2 ряда и между вторым и третьим рядочком начинаю делать веерки. То есть делаю накид и обвязываю столбиками с накидом вот так вот по 5 столбиков. Первый столбик, второй сюда же столбик, третий, четвертый и пятый. 2 ряда пропускаю, между вторым и третьим рядом делаю присоединение, то есть столбик без накида. Снова 2 ряда пропускаю, делаю веерок, 2 ряда пропускаю, столбик без накида. Для того, чтобы было более, скажем так, в зеркальном отображении, можете прям вот досконально столбик, смотрите, здесь столбик. Веерочек, на этом же рядочке должен быть веерочек. Можете, в принципе, просто делать, скажем так, на глаз, но для того, чтобы было все идеально и ровно, я вот смотрю, что пропустила я всего один ряд и начала делать веерочки, поэтому вот здесь я смотрю, что я сделала в этот ряд веерок, вот значит в этот ряд я точно так же должна делать и веерочек. Сделав последний столбик петлю основания, делаем столбик без накида в ту же самую петельку на уголочке, для того, чтобы закрепить нашу завязочку. Теперь мы точно так же продолжаем обвязывать веерочками. Хотите, можете досконально следить там, где у вас веерочек, там вот с другой стороны веерочек. Но так как я знаю, что у меня чередование всего 2 ряда, то я буду просто чередовать 2 ряда. Делаем накид и пропускаем 2 ряда. Первый, второй, между вторым и третьим делаем первый веерочек. Столбик с накидом 1, 2, 3, 4 и 5. Сделали 5 столбиков с накидом, пропускаем вниз 2 ряда и между вторым и третьим рядом присоединяемся столбиком без накида.
Снова пропускаем вниз 2 ряда. Между вторым и третьим делаем снова веерочек. 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4 и 5. Далее пропускаем 2 ряда. И в третий, между вторым и третьим рядом делаем присоединение столбиком без накида. То это как раз таки и есть то расстояние. Вот смотрите, веерочек пропускаем. Вот он веерочек. Снова столбик без накида. Вот так вот пропускаем линию, столбик без накида. Веерочек, делаем линию и с этой стороны веерочек. Хотите, можете по линиям смотреть, именно чтобы четко-четко попадать. Но я же еще раз повторюсь, так как я знаю, что у меня перерыв 2 ряда, то есть между столбиком и веерочком, столбик, веерочек 2 ряда, то в принципе как раз таки это и есть. С этой стороны веерочек проводим линию, с другой стороны тоже веерочек. С этой стороны столбик, значит, с этой стороны, пропустив 2 ряда, также будет столбик без накида. Вот таким вот образом я буду дальше обвязывать, пока у меня и с левой стороны аналогично правой стороне не будет 5 вот таких веерочков, пока мы не дойдем до нашей ластовицы. Обвязала я 5 веерочков, сделала и как раз таки закрепилась столбиком без накида между последним рядом столбиков с накидами и первым рядом столбиков без накида. Вот точно так же, как мы делали и с этой стороны. Теперь, как вы помните, у нас здесь 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков без накида. Первым мы закрепились. И теперь пошли. Второй делает столбик. Третий столбик. Один пропускаем. Четвертый. Пятый. Один пропускаем. Шестой. Седьмой. Один пропускаем. Восьмой и девятый. Сделали столбики без накида. Вот они у нас точно так же, их 9 вместилось у меня и с другой стороны. Теперь еще раз я вот здесь вот закрепляю столбиком без накида, пропускаю 2 ряда столбиков с накидом и между вторым и третьим начинаю делать первый веерочек. Первый, далее сюда второй столбик, третий столбик. Можно поискать немножечко промежуточек поменьше. Я вот, например, начала делать веерочек, и здесь такая вот чересчур прям дырочка получилась. Можете вот здесь буквально на граммулечку дальше пройти в ряд. Вот, пожалуй, я сюда буду делать первый столбик, далее второй столбик, третий, четвертый и пятый. Этих дырочек абсолютно не видно, но тем не менее нужно делать, как бы я считаю, аккуратно. Пропускаем 2 ряда, между вторым и третьим делаем столбик без накида. Снова пропускаем 2 ряда и между вторым и третьим снова делаем веерочек. Вот сюда я ввожу крючок, делаю первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый. Снова пропускаю вот здесь вот 2 ряда и между вторым и третьим делаю присоединение. Вот когда делаете веерочки и присоединения, старайтесь смотреть, чтобы у вас... Вот здесь, видите, последний у меня столбик попал не именно в отверстие, а вот сюда. Сейчас я как раз таки его переделаю, наверное, этот веерочек. Когда попадает, скажем так, не в очень красивое место, получаются дырки не очень красивые. Поэтому вот буквально сюда переделаю. Вот первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый. Пропускаю 2 ряда, между вторым и третьим рядом делаю присоединение столбиком без накида. Снова пропускаю 2 ряда, между вторым и третьим делаю веерочек. Первый столбик, второй столбик, третий, четвертый и пятый. Пропускаю 2 ряда, между вторым и третьим делаю столбик без накида. Снова пропускаю 2 ряда, между вторым и третьим делаю последний веерочек. 2, третий столбик, четвертый и пятый. Присоединение делаю, пропустив 2 ряда вот сюда, но не в сам уголочек, а перед вот этим вот уголочком еще есть петелька. Вот я в нее делаю присоединение столбика без накида. Вот она у нас, петля подъема. А затем, когда провяжу я последнюю вот здесь вот такую вот лямочку нашу,
завязочку, то как раз-таки я сделаю присоединение вот в этот самый верхний уголочек. То есть не в петлю подъема, где мы сейчас, а вот самый верхний уголочек. И точно так же аналогично этой стороне у нас левой получилась правая сторона с четырьмя вот такими веерочками. И если вы проведете линии, то у вас как раз-таки получается веерочек над веерочком, веерочек над веерочком. Веерочек, 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 а столбики возле столбиков. И сейчас я точно так же, как и на первой завязочке, наберу на 5 петель больше, чем на задней стороне. То есть сейчас я наберу 65 воздушных петелек. Набрала цепочку, беру крючочек поменьше, снова пропускаю сквозь бусинку последнюю петельку и перехожу на рабочий крючок. Снова вдеваю в работу крючочек, подтягиваю петельку. Вот, нахожу первую петлю, в которую делаю соединительный столбик или соединительную петельку. И теперь точно так же я пропущу вот сквозь каждую петельку по столбику без накида. То есть начинаем со второй петельки от соединительного столбика. Точно так же, как и в предыдущие три раза мы делали завязочки, делаем в каждую петлю по столбику без накида. Итак, сделали последнюю завязочку, теперь присоединяемся в самый уголочек, то есть максимально, который вы видите, уголочек над первым столбиком. И теперь нам точно так же, как и с задней стороны, нужно сделать вот такие красивые веерочки. Так как расстояние у нас здесь меньше, то, скорее всего, веерочков получится либо на один веерочек меньше, соответственно, либо же можете чередовать через три столбика, не в каждый четвертый, а в каждый третий делать. Я тоже не хочу, чтобы слишком растянутый был край, поэтому я сейчас буду ориентироваться по ходу вязание. Делаем накид, пропускаем 2 петельки, в третью я начну первый делать веерочек. Первый столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Точно так же по 5 столбиков делаем. Далее я пропускаю 3 петельки, в четвертый присоединяюсь столбиком без накида. Далее снова пропускаю 2 петельки, в третью делаю веерочек. 1, 2, 3, 4, 5. В четвертую присоединяюсь. То есть я делаю, как бы, получается, то 3, то 4 пропускаю. То 3, то 4, точнее, то 2, то 3. В каждую третью, то в четвертую. И вот такими веерочками я буду дальше обвязывать, пока у меня не закончатся столбики предыдущего ряда. Как я и предположила в начале, у меня вместилось 6 веерочков. На один веерочек меньше, чем на задней стороне, так как разница в 2 сантиметра. Вот как раз таки один веерочек и получился у нас около 2 сантиметров. У меня остается до конца ряда, до завязочки нашей, вот 4 петельки. Я в третью петельку делаю соединительный столбик вместо столбика без накида, чтобы как бы завершить наше вязание. Можете сделать еще один соединительный столбик в следующую петельку. Теперь ниточку привытаскиваем и отрезаем, прячем хвостик. Больше ничего мы делать не будем. По желанию, конечно, можете еще украсить, связать какие-то цветочки вязаные, бусинки пришить и так далее. Это уже на ваше усмотрение. Не забудьте спрятать все хвостики, которые были при соединении, если вы меняли цвет. И на место ластовицы также можете пришить кусочек ткани, цвет своей пряжи, либо же, если у меня, к примеру, это может быть белый цвет, кусочек белой ткани. Это для того, чтобы ребенку было комфортно вот здесь вот ничего не натирала. Как вы видите, вот таких вот завязочек достаточно длины на данный размер. Я вот сделала вот такие вот ленивые бантики. Этого оказалось более, как на мой взгляд, достаточно. Вот. И благодаря тому, что мы сделали вот такие стянутые края обвязки веерочками, у нас будет хорошо плотно прилегать к телу ребенка данные плавочки. При том, что вы еще прогладите немножечко утюжком, и все станет на свои места и не будет так стянуто. Вот, так как я сделала под, скажем, топик, то я украшений, опять же таки, никаких не буду делать. Но сейчас я вам покажу, скажем, два таких самых хороших, как на мой взгляд, украшение плавочек. Это либо по краям завязочек можете сделать маленькие вязаные цветочки. Есть видео на моем канале именно вязаных цветочков. И вот с такими бусинками.
Либо же просто, к примеру, сбоку вот таких вот два цветочка, можете даже три цветочка вместе с бусинками, это как украшение. Так как у меня топ с большим одним красивым цветочком, то я делать цветочки, скорее всего, на плавочке не буду, я пока не решила. Вот, мне только нужно будет их прогладить, привести, скажем так, в красивый вид. Вот, и все, в принципе, все готово. Я надеюсь, что вам осталось все понятно, понравилось. Не забудьте подписаться, кто еще не подписан на мой канал, будет много чего нового и интересного. Ссылочку на топ я дам под видео, поэтому у кого есть желание, свяжите еще к плавочкам топик. Не забудьте лайкнуть, спасибо, что остаетесь на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек, пока-пока!